Всем огромный привет! Хочу показать несколько женских туалетных вод, которые мне предоставили на обзор компания Unitop. Очень интересная линейка, называется «Коктейль». Она интересна тем, что парфюмеры обратились за вдохновением не только к цветам, фруктам или даже десертам, но и к легендарным коктейлям. Именно поэтому вышла вот такая туалетная линейка «Коктейль». Давайте я вас познакомлю с теми ароматами, которые пришли ко мне. Сразу хочу сказать, что их в линейке очень много, но порядка 10 я точно, к сожалению, не помню. У меня ароматы 55 мл, но они есть, кажется, еще 20 или 30 мл флакончиках. Флаконы очень красивые, упаковки очень красивые, цены очень-очень бюджетные. Ссылки я обязательно оставлю под роликом, но давайте сначала расскажу, что же ко мне приехало. Первый коктейль, который я хочу вам показать, называется, посмотрите, какое у нее название, «Кровавая Мэри». Очень красивая упаковка, если честно, коробка смотрится очень стильно, интересно, так вот оформлена. Не знаю, вам видно или нет, но она, вот, видно, вся блестит. Как подарочный вариант, отличный. Давайте я вам расскажу, что же входит в нотки этого коктейля, да, или женской туалетной воды. Направление аромата цветочно-фруктовое, ну и пирамида. Начальные ноты, не знаю, вам, наверное, тоже видно, но я все равно зачитаю, хорошо. Апельсин, бергамот, грейпфрут, кассия, мандарин, черная смородина. Ноты сердца: абрикос, жасмин, ландыш, лилия, роза. Базовые ноты: амбра, бобы тонго, ваниль, кедр и мускус. Ну, как я сказала, 55 мл во флаконе. Давайте я вам его покажу. Вот такой вот яркий, сочный, красный флакон. Хорошо работает распылитель. Видно, да? Вы знаете, вот этот аромат, он отличается от остальных, которые я вам покажу. Даже, может быть, очень отличается. Какой-то он необычный. Я его хотела, если честно, показать последним. Но, не знаю, почему-то рука вот сейчас потянулась именно к нему. Вот этот аромат я бы описала как вечерний. Он... не знаю, олицетворение какой-то страсти, что ли. Ну вот «Кровавая Мэри», наверное, даже само название говорит за себя. В этом аромате вот как бы апельсин с розой, я бы, наверное, выделила. Они такие яркие, игривые. И, наверное, вот этот аромат именно для двоих. Вот он вечерний, страсть, влечение, вот что-то такое подходит именно под описание этого аромата. Вы знаете, вот то, что можно назвать минусом, в нем, как мне кажется, это плюс. Этот аромат нестойкий. Его хватает, ну как нестойкий, он достаточно стойкий, как бы, он 2 часа держится на теле и на одежде. Через 3 часа вы его даже на одежде не почувствуете. Но когда у вас, например, свидание, я думаю, этого достаточно времени, чтобы и не задушить мужа, ну или молодого человека своего, своим ароматом, да, и при этом, чтобы он на вас был. Лично мне этот аромат не подошел, потому что я не очень люблю вот такие терпкие, ну, как бы, знаете, их как назвать, ну, тягучие вот такие вот, в какой-то мере насыщенные ароматы. Вот мне они как-то вот тяжело даются. Но понравился, и он неплохой. Давайте я вот так вот поставлю, чтобы было видно и флакон, и свечка, тоже время оставалось. Неплохой аромат, и он действительно вот аромат для двоих. Вот. Я его, наверное, последним и хотела описать, потому что он, ну, сложный, в какой-то мере он очень сложный. Второй аромат мне описывать будет гораздо легче. Это коктейль Дайкири или Дайкири. Я не знаю, как точно
звучит название. Я прочитала дайкири. Давайте я прочитаю нотки сначала, а потом опишу свои впечатления по этому аромату. Давайте я сразу так вот переверну и покажу красоту упаковки. Также все блестит. Туалетная вода, направление цветочно-фруктовая, пирамида аромата. Начальные ноты лимон и лайм. Ноты сердца зеленое яблоко, пион и конфеты пралине. Базовые ноты мускус, кедр, ваниль. Вы знаете, вот лайм, начальные вот эти вот яркие ноты лайма. И следующее уже конфеты пралине. И вот это вот... свежесть лайма и сразу переходящая в сладость, это так приятно. Я бы назвала этот аромат, я не знаю, молодости, красоты и какой-то беспечности. Вот, наверное, так. Аромат тоже не дольше 2 часов держится. Он хорош, хотя он и достаточно сладкий, но он хорош и на лето, он хорош и для дома. И я не знаю, и поднять настроение и себе, и своему спутнику жизни. И также он хорош, если вы его подарите молоденькой девочке. То есть он подходит многим, всем и вся. И он понравится также многим. Вот я его когда на себя наносила, вот вы сейчас заметите, что у меня все ароматы очень хорошо потрачены. Но единственное, я меньше всего тестировала Мэри, но моя Мэри понравилась очень моему мужу. Поэтому этот аромат нельзя не брать во внимание. Но вот этот очень интересный аромат, он мне понравился. Действительно, вот какая-то сладость коктейля и в то же время какого-то компота. Очень интересный домашний и приятный аромат. И как подарок он хорош. И вам он понравится, если вы любите легкие-легкие такие ароматы. Следующий коктейль с очень красивым названием «Императрица». Вот так вот он смотрится. Тоже также туалетная вода женская, цветочно-фруктовый также направление. Ноты, начальные ноты. Давайте так вот покажу тоже упаковку и буду ноты читать. Малина, личи и белая фрезия. Ноты сердца пион, ландыш, лилия, жасмин. Базовые ноты пачули и мускус. Вы знаете... вот этот аромат, я не знаю, вот эти ягоды и цветы, они для меня, вот, ну мы часто блогеры называем такие ароматы компотами, компотик. Вот он действительно компотик, это беспечность, сладость, молодость. Вот давайте я вам покажу, какой он красивый. Он ни к чему не обязывает, вот... если хотите вернуться в молодость, вернуться в детство куда-то, вот когда, знаете, как говорят, молоко на губах не обсохло. Нет, когда вот, знаете, ребенок, когда, ну не ребенок даже, а когда пахнет компотами, вот когда очень вкусно лето, вот эта вот беспечность, сладость, я не знаю, как его описать, но вот он меня уносил всегда почему-то в детство. Вот, вот именно аромат беспечности детства. Хотя название такое красивое, императрица. Но с императрицей он меня никак не связывает. Очень красиво звучит этот аромат. Мне понравился. Стойкость также не более 2 часов, а то и меньше. И через 3 часа на одежде даже не будет. Но такими ароматами можно поливаться вновь и вновь. И... будет всегда как бы вот он обновляться и приносить новую волну радости и вот приятного настроения. 4-й коктейль «Маргарита». Вот такой красивый дизайн. Направление аромата свежий, цветочный. Тут уже нет фруктов. Вот так вот он красиво смотрится с этой стороны. Сейчас я вам покажу флакон и буду описывать аромат. Видите, я его истратила всех больше. Он мне понравился больше всех. Хотя все 3 последних аромата мне понравились очень. Вот просто рука тянулась, и я ими постоянно пользовалась. Но вот этим всех больше. Давайте я зачитаю состав.
этой туалетной водички. Пирамида. Начальные ноты – глициния и листья лимона. Ноты сердца – пион, мускус, зелень, сирень, цветы персика. И базовые ноты – османтус, амбра и кедр. Вы знаете, есть ароматы, которые нравятся абсолютно всем. Это вот именно про эту маргариту сказано. Потому что вот аромат из сирени, из цветов персика, зелень, мускус, они настолько красиво окутывают. Кто любит аромат сирени, это ваш аромат. Он и для дома хорош. Вот даже муж ко мне постоянно подходил и говорил, что ну вот настолько прямо приятно от тебя пахнет. Тут уже не компот, тут вот нежность цветов, нежность весны. Вот опять же куда-то в молодость выкидывает тебя этот аромат. И тебе там комфортно и хорошо. То есть вот хочется... Я прохожу мимо полки, и опять рука к нему тянется. То есть мне понравились все три последние. Но этот оригинальный, но этот оригинальный вечер. Там вот у него как бы свое направление. Действительно, это вечер, это встречи, это отношения с противоположным полом. Вот эти три – это молодость, красота, беспечность и, я не знаю, какое-то вот... Такие моменты какие-то вспоминаются всегда, только самые приятные и теплые. Вот я вот так рядышком поставлю. Если распределить по местам, то после маргариты я часто дайкири использовала, потому что там лайм и вот эта вот свежесть. Свежести, которая уходит в цветы и фрукты позднее. А сначала вот лайм звучит. Императрица, но тут уже вот правда компотик, чисто компотик. Что-то сладкое, такое вот детство, когда много-много вокруг тебя вкусных ягод, компота, вот, огорода, именно вот клубника, вот какие-то, знаете, вот ассоциации с садом, с теплом, с жарой и много ягод. Вот. А маргарита – это что-то нежное, приятное, домашнее, уютное, молодое и беспечное. Сложно мне было описать эти ароматы на самом деле, потому что они настолько простые, что все, что просто, описывать сложно на самом деле. Но вот этот аромат, он оставил такие интересные ассоциации у меня. Вот у меня ребенок, кстати, сказал, что этот лучше всех. Мама, дай мне его, говорит, вообще. Вот. Мужу понравился. Ну, я долго не буду уже, потому что буду сейчас повторяться. Вы, если захотите, пройдите по ссылкам. Это не все. Там много коктейлей. Там очень интересные названия. На самом деле, я когда просматривала, думала, я бы и вот этот попробовала, и вот этот бы мне тоже неплохо бы попробовать. Ну, интересно, поэтому... Смотрите, выбирайте свой. Повторюсь, цены бюджетные. В линейке их много. И плюс они в двух разливах. 55 мл и вот 20 или 30. К сожалению, я посмотрела, я забыла, не донесла до ролика эту информацию. Надеюсь, я была вам полезна. Надеюсь, не запутала. Со мной было интересно. Всем спасибо за внимание. И всем пока!